Так, всем привет, с вами я, Рамзес, с канала РГПО. Мы начинаем проходить игру Watch Dogs, которая вышла сегодня, 27 мая 2014 года. Изначально, конечно, планировался выход осенью 2013 года, в ноябре, насколько я помню. Но по каким-то причинам непонятным, скорее всего, из-за конкуренции с Rockstar и игрой GTA 5, релиз был перенесен на конец весны 2014 года. Но вот мы ее все-таки дождались, и теперь можем в нее спокойно поиграть. Игра о том, в этой игре мы играем за супер-мега-крутого хакера, который может взламывать абсолютно все. Что ж, посмотрим, что из себя представляет эта игра. Я, конечно, в эту игру немного поиграл до того, как начать снимать, чтобы хоть войти в ритм. Ну, честно сказать, я еле-еле оторвался, чтобы начать играть заново и перейти к съемке. Что это? Опа, еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей, я и так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не луди, малыш, старше видней, защита сработала, у нас гости. Черт, систему сканит. Ну, потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Опа, это все за хрень. Сворачиваемся. Как бы не так, помоги. Дэмиен, уймись уже, я отключаюсь. Эйден. Оп, все пришло в норму. Вроде как. Морис, ну... Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерла. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом, убери его. Семью припугни, этот парень доигрался. Чуть-чуть семью, что-то не так? Не, без проблем, считай, и Пирса больше нет. Ну конечно. Наш главный герой, как вы уже поняли, Эйден Пирс. Ubisoft представляет. Ubisoft Montreal Production. Одиннадцать месяцев спустя. Вообще год. Вот оно, наш город. Сколько я помню, события происходят в Чикаго. Watch Dogs. Смотрящая собака. Логин. И вот уже первое наше. Клянусь, это правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю, честно. Не знаешь? Чуть-чуть семья? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Это твой голос, парень. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа, я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя. Ну, да не знаю я его. А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знаю я ни про каких детей. Все пошло не так. Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди, такие слухи ходят. Ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет выбора. Прошу, не надо.
И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место. Это все, клянусь. Это все. Ива, давай. Не знаю я. Как там с памятью? Ответ неверный. Наша дубиночка. Лева, это ничего не скажет. Ты? Другое дело. Я устал прятаться. Не могу. Чертов Эйден Пирс. Я убил его племянницу, он не остановится. Кто он такой? Что мне делать? Так и будет дальше? Пора действовать. Эй, Морис, слышь, чё как, придурок? О, чёрт. Где тебя носило? Чё? Это он мне. Чуть отвлёкся, и что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что? Иначе бы ты его грохнул. Я просил их подержать. Где ты был? Мне позвонить надо было. Морис, что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мил, конечно, ты меня расстроил, Пирс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело, уберем его. Не, поздняк. Восьмой Чикаго ведет. Почти развязка. Все, времени нет. Так-то. Ха, да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно, и кому ж ты звонил? Так. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. Я вызвал копов. Панику создать? Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Марисов братки и бах-бах. Джордж, ты шут? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника, а мы с тобой тихо сматываемся. Спасибо, скажешь завтра. У них может быть оружие. Глядите в оба. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? А тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго. Есть тут кто живой? Вылезай давай. Проскочите мимо полиции, так чтобы она нас не заметила. Ну вот мы тихо пробрались. Нас не заметили. Это не может не радовать. Отсюда замок не вскрыть. Следующей камере. Смотрим, куда идет этот поток. Да ладно. Так, вот еще одна камера. Ага, вот мы нашли. Хоп-хоп-хоп, тихонечко прячемся. Чтоб нас не заметили. Лил уже отвлекающего Лёва.
Экранные компоненты. Нажмите, удержите таб, чтобы открыть электрооружие. Так, вот сюда. Изготовить. Ловушка. Так, ловушку изготовить. Бросаем. Хоп. Активируем. Так, пока у нас не видят, потихонечку сматываемся. Тихо, не прыгают. Ага, еще одно место. Последняя скульптура продана за сколько? 12 миллионов? Круто. Сезон. Всего лишь. Тихо, тихо, тихо. 160 еще получили. Дверка закрылась. Так, снимаем полученные денежки с банкомата. И у нас на счету 840 долларов. Да мы прям богачи. Хулиган, тут копов полно. Не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, когда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов тебе придется пробить фаервол в сети ОС. А своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника, им же должны выдать. Им же должны выдавать код доступа. Код доступа получен. А, это еще не все. Я что-то поспешил. Ладно, еще раз. Здесь ничего нет интересного. Ну ладно. Удержите. Blackout. Отпустите. Все, blackout изготовлен. И... Великолепно.